знаем все, городок в Табакерке князя Владимира Адоевского. Часто указывают именно то, что он был князь, и даже говорят, что он был настолько знатного происхождения, что знатнее царя, то есть к какому-то он такому колену Рюриковичей восходил, что в итоге царь был менее знатен. Он сыграл свою роль и, в частности, когда открывались обе консерватории, поскольку он как раз примирил обоих братьев Рубинштейнов с царем. Он имел очень такой высокий нравственный авторитет, и предполагаю, что он был прототипом князя-мецената из «Неточки Незваного» и Достоевского, и в какой степени прототипом князя Мышкина из «Идиота». Вот в этом анданта петербургский органист Юрий Семенов увидел цитату из хоральной прелюдии «Десять заповедей» из органной мессы Баха. У Баха она идет в соль-мажоре, и звуки вот эти начальные, если их на латинском языке нотами назвать, образуют имя Гайдна. И так вот он все это дело транспонировал в ми-моль-мажор и посвятил это анданта памяти Йозефа Гайдна.